Ограбление по-бельгийски. В международном аэропорту Брюсселя злоумышленники похитили 10 килограммов алмазов и золотых слитков стоимостью примерно 50 миллионов долларов. Все произошло буквально за несколько минут. 8 одетых в полицейскую форму грабителей подъехали на автомобилях с мигалками к месту, где драгоценности загружали в самолет. Охранников и пилотов они взяли на мушку, а сами взломали грузовой люк, забрали 120 коробок с алмазами и скрылись. По горячим следам задержать налетчиков не удалось. Правда, позже полиция обнаружила один из автомобилей грабителей. Он был сожжен.